Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Нэнси Ток. Сегодня мы отправляемся в магазин Еврошоп по адресу город Минск, Притыцкого, 101, корпус 1. Появилось много интересной продукции, поэтому оставайтесь со мной до конца. Всем желаю приятного просмотра. И начнем мы с отдела вкусняшек. 5 нежных мини-пирожных Павлова весом 50 грамм, 2 рубля 45 копеек. Упаковочка кукурузных палочек, маленькие феи массой 50 грамм, 1 рубль и 10 копеек. Пирожное Snowball массой 50 грамм по цене 1 рубль 15 копеек, на выбор есть несколько вкусов. Упаковочка печенья «Кокосовая ночь» массой 130 грамм, 2 рубля и 10 копеек. Хлебцы злаковые вафельные от Экоботаника 1 рубль 70 копеек за массу 75 грамм. У белорусского производителя «Пряный дом» появилась сухая приправа для грибного бульона 1 рубль 65 копеек массой 200 грамм. Также в магазине «Еврошоп» появилась закваска для хлебного кваса от «Бабушкин хуторок» стоимостью 3 рубля и 20 копеек. На упаковочке написана подробная инструкция. Кисель брусничный также от компании «Бабушкин хуторок» 1 рубль 95 копеек. Леденцовая карамель Candy Shop массой 120 грамм по цене 3 рубля и 20 копеек. Также есть вот такие сухие смеси для приготовления мороженого. Стоит такая вещь 3 рубля и 20 копеек. Вам понадобится только молоко. И еще одна интересная находка – макароны с разными вкусами. 3 рубля и 10 копеек за упаковочку массой 143 грамма. По цене 1 рубль 50 копеек можно приобрести вот такой небольшой детский водный пистолетик. В дополнение к нему для самых маленьких есть подводные очки. На выбор есть несколько вариантов дизайна – 6 рублей 90 копеек. Для более старших деток очки для подводного плавания обойдутся 8 рублей 50 копеек. Необходимая вещь на летний сезон – это гель для розжига 4 рубля и 20 копеек массой 500 грамм. А еще в магазине Еврошоп появились гамаки. Стоят они по 26 рублей 90 копеек. На выбор есть 2 расцветки. Кстати говоря, у меня точно такой же красный. Ему порядка 6 лет, он ни чуточку не порвался и даже не выцвел. Дождевик «Тайфун» для взрослых 5 рублей 90 копеек, идет он китайского производства. Декоративная плетеная корзинка размерами 10 на 14 сантиметров 11 рублей и 40 копеек. Также в магазине появились новые расцветки вот таких металлических кашпо. Стоят они по 9 рублей. А еще в магазине я нашла, наверное, самые дешевые фонарики на солнечных батарейках. Стоят они 2 рубля 60 копеек. Напишите, пожалуйста, кто такие брал и насколько их хватило. Супер муравьед массой 50 грамм, 2 рубля 60 копеек для борьбы и уничтожения различных видов садовых и рыжих домовых муравьев. А еще мне в магазине понравились данные подарочные коробки. Размер одной составляет 19 на 19 и на 9,5 сантиметров, стоит 9 рублей 50 копеек. Есть 3 варианта размера, второй стоит 8 рублей и третий 7. А еще интересная расцветка у данной коробочки, стоит она также 9 рублей 50 копеек. Как я уже говорила в прошлом видеообзоре, что в магазине огромный выбор жестяных копилок. Самая большая стоит 11 рублей 90 копеек. В магазине можно приобрести вот такие модненькие кепочки. Стоят они по 10 рублей 90 копеек. По цене 7 рублей 50 копеек представлен вот такой футляр для очков. Он имеется в коричневом и синем цвете. Детские брестские носочки Kids 2 рубля 50 копеек. Также есть носочки по 2,30. А еще, если кто-то не знал, в магазине Еврошоп отличные цены на подарочные пакеты. Стоят они от 2 рублей до 3. Как видите, много интересных расцветок подойдут не только детям, но а также взрослым. Игрушка антистресс массой 200 грамм 4 рубля 50 копеек подходит для деток от 14 лет. Набор гуаши 6 цветов в упаковочке 4 рубля 50 копеек. Помимо этого в магазине имеется неплохой выбор блокнотиков. Например, вот такой с единорожкой на 96 листов обойдется 8 рублей 90 копеек. А вот такой с пандочкой стоит 7 рублей 90 копеек. Идет он также на 96 листов.
Прокладки Bella Fontaine на 4 капли 3 рубля и 20 копеек, 10 штук в упаковке. И ежедневки Bella Fontaine 20 штук в упаковке стоят 2 рубля. Детская зубная паста Silka Med объемом 70 мл 2 рубля и 80 копеек. Матирующий тоник для лица по гармонии 3 в 1 объемом 300 мл 3 рубля 50 копеек. Новинка кислородный крем-гель для бережного очищения объемом 150 мл 3 рубля 90 копеек. Спонж для умывания и очищения лица 3 рубля 50 копеек. Подвесной горшок для растений размерами 18 на 16 и на 12,5 см 5 рублей 60 копеек. Подарочное полотенце в виде конфетки размерами 20 на 20 см стоит 3 рубля. И еще одна интересная находка в магазине Еврошоп – это вот такой набор, состоящий из 5 универсальных салфеток для уборки размерами 30 на 30 см, 4 рубля и 70 копеек, производство Китай. Складная салфетница с Hello Kitty 2 рубля 50 копеек размером 24 на 12 см. Также в отделе посуды нашла вот такой интересный контейнер, идет он с ручкой, 3 рубля 50 копеек, габаритами 15 на 15 и на 10,5 сантиметра. И вот такой небольшой контейнер Сэм на объем 400 мл, стоит 4 рубля и 40 копеек. А для деток на рабочий стол можно приобрести вот такую мусорницу, стоит 6 рублей и 80 копеек. И последний, но не менее привлекательный товар на сегодня – набор для уборки дома «Чистота». Стоит такая вещь 25 рублей 90 копеек. Состоит он из такого вот контейнера с отжимом на 360 градусов, телескопической швабры, и само полотно для уборки сделано из 100% микрофибры. На этом, дорогие друзья, мой небольшой обзор из магазина Еврошоп подходит к концу. Если вам видео было полезно, то не забудьте поставить пальчик вверх и подписаться на мой канал, ведь у меня всегда интересно. Я желаю вам приятных покупок. До скорой встречи. Пока-пока!